внимание всем моим подписчикам, всему интернету, кто меня знает, кто не знает. Вот пришла интересная машинка, я вам сейчас покажу. Это опять отнесется к рубрике «Антиремонт». Значит, приехал парень с жалобами, что кто-то ему делал, какой-то карбюраторщик. Говорит, я его знаю. Ну, с завода парень. Может, он, скорее всего, не карбюраторщик, может, наладчик какой. Ну, неважно. Короче, машина не тянет. Абсолютно не едет ни в гору, никак. Ни под гору, никак не едет. И расход повысился, светить почернели. Ну, я стал разбираться, стал с ним разговаривать. Дошли до того, что он ему сменил жиклеры. Вот этот самый Сережа, карбюраторщик, если меня сейчас слышит. Так слушай, дорогой, внимательно, что ты тут напортачил. Ребята, карбюратор 0720. Ну, без магнитного клапана, да бог с ним, ничего страшного нет. Значит, стоят жиклеры. Это он его для экономии топлива сделал. 109 в первой камере, 112 во второй. Это уже тихий ужас. Мало того, он забеднил обе камеры топливные. Так он еще и забеднил воздушные жиклеры. Они стоят по 170. Это против того, что должен стоять 150, 112, 150 и два воздушных по 150. То есть с диффузором в первой камере 22. Ну, ребята, вот никогда не пытайтесь сменить жиклеры. И это все заблуждение, что она будет жрать меньше. Нет, ребята, со сменой жиклера в минус машина будет жрать больше. Я вам уже это говорил, вот еще раз повторю. Вот это является рубрика «Антиремонт». Значит, так делать нельзя. И передайте всем своим карбюраторщикам, что не надо соваться. Я понимаю, увеличить жиклер, но не уменьшить. Все, с вами был я, Наиль Порошин. Всем привет, до новых роликов, до новых встреч.